Как поднять настроение себе собственными мыслями? Светлые мысли поднимают настроение. Но я сейчас иронизирую. На самом деле это давнишняя практика, которую разработал философ Эпикур, и который говорит о том, что если вы хотите поднять настроение себе, вы должны вспоминать приятные события прошлого. В нашей жизни было множество всяких разных событий. Если мы вспоминаем негативные, то наше настроение ухудшается. Но мы можем составлять для себя целые такие блокноты радости. Случилось что-то хорошее в вашей жизни? Запишите это. А потом, когда на досуге захотите улучшить настроение, загляните в этот блокнот, прочитайте и испытайте чувство, которое тогда вас порадовало. И таким образом ваше настроение будет улучшаться. Эпикур не подводит.